Конкурс «Фестиваль детских музыкальных театров «Цветик-семицветик» вновь собирает друзей. Более 300 юных дарований приехали со всей России и стран зарубежья, чтобы показать себя и свои таланты. В конце смены они представят зрителям «Орленка мюзикл». О том, как проходит подготовка к главному событию фестиваля и кто его участники, в материале Веры Галямшиной. Вот заканчиваются слова. После успеха побежали, встали красиво. На репетициях коллективов творческой смены «Цветик-семицветик» собирает друзей, вовсю кипит работа. В юбилейный 5-й раз участники готовят для своих зрителей грандиозное шоу – мюзикл, который называется «Дух театра». За один номер, который идет 3,5 минуты, мы даем хореографический материал. То есть это полноценный мастер-класс, который ты можешь взять, приехав в любой город, в Москву, в Питер и везде, где за это нужно платить деньги, соответственно, да. Подготовка проходит на всех площадках «Орленка». В танцклассе вместе с другими ансамблями усердно репетирует хореографический коллектив «Феерия». Они неоднократные лауреаты всероссийских и международных конкурсов и участвуют в фестивале с его основанием. Для меня фестиваль «Цветик-семицветик» значит довольно много, потому что из года в год, когда мы сюда приезжаем, нам дают разную хореографию хореографы. Это большой опыт, мы обмениваемся, каждый дает нам новую хореографию. И побывать на сцене «Орленка» – это тоже очень многое значит для меня. Можно сказать, гордость, что не каждый ребенок страны сюда приедет, и это гордость. Фестиваль из года в год заставляет своих участников возвращаться в «Орленок». Доказательство тому Максим Павлов. Прежде он приезжал в качестве танцора, сейчас Максим – помощник хореографа. Это лагерь, который дает детям не только момент, чтобы блеснуть собой, чтобы показать себя, но и почувствовать нечто большее. То есть быть участником не только, скажем, коллективных, да, номеров, но участником какого-то настоящего большого искусства, которое творится здесь. Помимо коллективов, которые приезжают ежегодно, на фестивале «Цветик-семицветик» есть и те, кто здесь впервые. Как, например, театрально-акробатическая студия «Жемчужины» из Москвы. В апреле на конкурсном отборе фестиваля девочки завоевали гран-при и теперь приехали на творческую смену. Здесь они без руководителя, поэтому ощущают двойную ответственность за свое выступление. Мы любим находиться на сцене и видеть восторженные взгляды зрителей, когда и нами слышать восторгаются. Их аплодисменты. Да. Это, наверное, самая лучшая награда. Не то, что всякие гран-при, грамоты. Самая лучшая награда – это когда зритель тебе аплодирует и восхищается тобой. Мюзикл «Дух театра», сюжет которого зрители узнают только в день премьеры, покажут 3 и 4 августа на главной эстраде Всероссийского детского центра. А пока у творческих коллективов впереди насыщенные дни репетиций и новые эмоции от большого общего дела. Вера Галямшина, Алексей Кузьмин, Изабелла Аксютичева, телеканал «Орленок ТВ».